Дальнейшее развитие традиционного ремесла казахского народа в соответствии с современными требованиями и его усвоение поколениями имеет глубокое воспитательное значение. В семье была организована выставка поделок, выполненная руками учащихся. Цель выставки – популяризировать народное мастерство и научить школьников оригинальному искусству, а также привить им духовные национальные ценности. В этом направлении учителя вносят огромный вклад. Сегодня мы организуем большую выставку для укрепления наших национальных ценностей, приобщения детей к творчеству и развития творческих способностей через национальное воспитание. У нас представлены произведения национального искусства. Кроме того, мы создали несколько изделий, используя различные отходы. Наш народ с незапамятных времен славился трудолюбием. Наши бабушки также считают, что традиционное образование является ключевым инструментом в сохранении казахской национальной культуры и ее передачи подрастающему поколению. Наши дети учатся хорошим вещам. Я испытываю восторг, наблюдая за тем, чем занимается и что удается моей внучке Амине. Свои работы она выполняла вместе с подругами. Кот и пингвин были размещены на одной части. Здесь есть очень хорошая работа, полная идей и фантазий. Интерес детей к искусству также огромен. На выставке были представлены их изделия из бисера, шерсти, отходов, а также гипса. Многие восхищались работами ученицы 5 класса Каусар Муратбек. На Земле существует множество видов животных. Те, которых мы сейчас представляем вам, вы никогда раньше не видели. Изображения этих двух пород животных очень интересны и удивительны. Известно, что духовный мир каждого народа развивается из его традиционного искусства. Вот почему такие мероприятия приносят детям много пользы. Аселяйдар Жулдызай Марат Кызы, Назерке Мурат Калиерт, Скушерхан Нурлан Уразалин, телеканал Семей.